дочь решила выбрать свою дату и не делить ее ни с кем, так как 3 января день рождения у меня и 11:30, 31 декабря, мы поняли, что нам нужно ехать в роддом. Приехали, обратно нас уже не отпустили. Мы зашли с мужем. Вы извините нас, но мы тут невзначай. Куда? Ну, естественно, рабочий процесс шел. Никто нас никуда не выгнал. Все прошло в штатном режиме. Сутки прошли достаточно насыщенно у дежурной бригады. Но перинатальный центр – это сложный организм, который функционирует независимо от того, праздники, это выходные, это будни. –